Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня я решил немножко отдохнуть и решил записать еще один видосик, потрешивать, попробовать посмотреть разницу фарма донатного Battle Pass. Я вам показывал, что здесь, на этом сервере, я уже практически его прошел, то есть 46-й левел. Сейчас мы даже апнем 47-й. Как видите, максималка у нас уже 900. Нападать, в принципе, ну, тут у меня герои стоят на битву гильдий, поэтому у нас все будет очень быстро. Видите, сегодня можно заработать 900. Вот так вот. Для левела мне надо 720, то есть, соответственно, они уже намного, скажем так, улучшили набиваемость, то есть увеличили количество очков, которые можно получить. Но это с Battle Pass. Сейчас мы пойдем на бездонат и посмотрим, сколько там мы сможем набить. Противники, конечно, у меня смешные. Но я просто не прохожу, я не выхожу в топ. Это надо все время сутками фармить. Так, чисто ради интереса. Такс. Все их героев слили. Так, отлично. То есть, как видите, здесь герои не умирают. В этом как бы и плюс. То, что ты можешь закидывать сколько хочешь героя, видите, пофиг, в принципе, все отлично. То есть ничего по сути не поменялось. Для меня как бы, ну, непонятно смысл этой локации. Если вот тут вот кто покупает Battle Pass, может просто топы превосходить. Ну, в принципе, и донаты здесь будут превосходить. Что с Battle Pass, что так, без донатов. То есть локация по сути сделана чисто так. Collect Blue Crystals. Ага. И один тон. Ну все, больше я в принципе ничего не получу. Давайте добьем быстренько до 900. Все. То есть максимальное количество, как видите, увеличили. Посмотрим, как оно будет на бездоне. Вот мне интересно, есть ли смысл его фармить. Но плюшки реально очень крутые. Я вчера, блин, я вчера, правда, не то что провтыкал, я вчера отдыхал. Кто следит за сообществом, те знают, что я делал. Вот так. Так, 615, еще чуть-чуть. Как видите, ну, я не знаю, 5 минут это максимум, что у меня займет фарм здесь. Ну, я просто многие квесты не могу выполнить, потому что у меня нет возможности их выполнить. Для этого, по сути, они ввели книги. Я надеюсь, они их будут дальше продавать, потому что сидеть тоже неохота каждый день. Так, 750. Семьсот двадцать пять. Ничего себе, посмотрите, как пранка нашего ушатали. Ну, здание вынес, по сути, ты получил победу.
Я бы, наверное, все-таки делал приоритете убийства героев здесь. Если не убил героев, значит не прошел. Либо там ничья, ну, по сути, так неинтересно. Так, итого мы имеем 47-й левел уже. Я могу забрать карточку. Заходим сюда в квестики. Еще забираем дополнительно вот так вот. Итого у меня стал 48-й левел. Забираю камешек. Ну и завтра уже, соответственно, я думаю... Хотя вряд ли, может, наверное, скорее всего, не хватит. 900. Если все квесты выполнены, я завтра уже до конца зафармлю полностью весь Battle Pass. Вот так вот. А теперь поехали на самое интересное. На без доната. Посмотрим, что у нас может... Сможет сарделька. Я хочу попробовать именно на ней. Посмотреть разницу, потому что у меня на... Хотя, в принципе, с другой стороны... Не, я все-таки зайду, наверное, сейчас. Давайте так. На русском сервере у меня же тоже нету. Давайте зайдем изначально сюда. Еще забежим. Тут у нас донатный аккаунт. Здесь у нас не куплен Battle Pass. Вот видите, не 900, а 540 у меня получается в день. Вот первый я забрал. Книг, соответственно, у меня тоже нет. Интересно просто посмотреть. Тут противники мне первые попадаются слабенькие. Поэтому тут мы будем быстро фармить тоже плюс 75. Ну, уже видите, тыковку слили. Это донатный без батл пасса. Ну, я на этом аккаунте сильно так и давно уже не доначу, поэтому... Тут вроде все герои есть, куча доната, а вот... Прошло там сколько, пару месяцев, как я здесь перестал в основном играть. И в итоге аккаунт стал вообще не таким тянущим, как это было раньше. Так, первое по... Сколько у нас получается? 220. Ну, 4-5 левелов мы апнем. Получается 540 плюс квестики. В принципе, 20 дней. Сейчас посмотрим, сколько мы максимум вытащим. Дальше по 720 у нас получается. Так. Так, и того, что мы имеем. 540 мы зафармили на сегодня. Так, медальоны забрать все. 4 уровня прошли. Я не помню, с какого там уже получается. Идет повышение. Так, давайте заберем. Покрутите колесо дружбы и наймите героя за самоцветы. Ну, давайте покрутим. Покрутили. И нанять героя за самоцветы. Ничего себе, Бигфута еще вытащили. Вот так вот. Так. Я что-то провтыкал, не посмотрел, блин, как обычно, и того. Так, у меня сейчас 640, плюс задание повысили.
Я, как обычно, завтыкал. Сейчас я зайду еще на один аккаунт. В итоге я получил 6-й. Но 540 за день и плюс 540, в принципе, где-то полтора. Думаю, до левела 45-го. Ребята там писали, что 50 проходили без доната. Я что-то в этом очень сомневаюсь. Сейчас мы с вами зайдем на другой аккаунт и посмотрим, что у нас будет здесь. Ну, как видите, за 10 минут, по сути, я зафармил два аккаунта. Один с донатом, ну, с батл пассом, второй без батл пасса, но он донатный. Сейчас мы посмотрим, что у нас в итоге получается на сардельке. 540. Так, что тут у нас? Давайте так, 200, 450. Тоже 540, 2 по 540 это 1080. То есть по сути мы фармим где-то полтора, полтора дальше турнира в день. Ну то есть я не знаю, как по мне все равно нереально дойти. То есть 20 дней у нас на это есть без Battle Pass, но это Unreal, как по мне. Во-первых, придется ждать. То есть здесь придется у меня герои здесь не ахти, ну как и у всех без донатов. То есть придется здесь нормально трэшевать, чтобы все убить. Сейчас вы это увидите с повышением каждого левела. Вот 90 заработали. Вот и у меня уже сразу же противники намного серьезнее начались. Ну меня спасает здесь проектору эволюции. Так, плюс 75. Тут уже все. Тут уже просто отдыхаешь. Шел минус. Тут, в принципе, можно менять, выбирать противников. Но чем дальше ты будешь проходить, тем сложнее будет, по сути. Сейчас посмотрим. Ну, если так позаморачиваться, то, в принципе, 5 минут, я думаю, тоже хватит на это все дело. 5-10 минут придется фармить. Но у меня вопрос, если мы получаем 1040, это получается полтора левела дальше в день. А у тебя есть сезон 20 дней. То есть, по сути, ты можешь пройти 30 левелов, это максимум. До 50-го ты никак не дойдешь. Я не знаю, как там ребята пишут, что доходят. Но вот смотрите, уже сейчас будет минус 10. Так, соберите золото или ману на вашей базе, наймите героев за самоцветы один раз. Плюс некоторые задания требуют самоцветов. Так, собрали. Где наша шахта? Собрали. Ага. Соберите золото или ману на вашей базе один раз. Вот, смотрите, самики отсюда будут улетать. Точно так же самики сейчас будут улетать. Потому что надо выполнить все задания, чтобы получить максимум. Да, без Фрей, у кого нет Фрей, я думаю, тут вообще печаль. Меня еще реально спасает то, что здесь Фрей, герои хорошие для ПВП. Ну, получается 540 и тоже то же самое получается. 200, 250, 450, 540. А надо 720.
Никак не получается зафармить больше, чем 50, чтобы мне там не рассказывали. Ну, в общем, я не знаю, я стал перед выбором, что делать. Как видите, там я зафармил быстренько все. Ну, в принципе, здесь тоже 5-10 минут, и можно фармить. Единственное, что будет там, где требуются самоцветы, придется все-таки каждый день ролить по герою с бесплатки. Других вариантов нет. Ну, по арифметике или я тупой, или реально без донат до 50-го все равно не дойдет, даже при таком раскладе. Дойдем, если там 10 будет. Максимум 30-40. Но 40 это, мне кажется, потолок. Это при том, что я еще пропустил один день. Ну, в любом случае, даже сейчас посмотрим. Даже если взять 40, дойдем мы до 40-го. Так, куда это мы зашли? Даже если мы дойдем до 40-го. То я получу все равно неплохие плюхи. А дальше вот 5. В принципе, до 40-го, я думаю, есть смысл. 41-й тоже классные плюхи. В общем, надо фармить каждый день. Никуда от этого не денешься. О, нифига себе, ну да, красавчики. Такс. Нифига я не могу собрать. Они собрали все-таки. И давайте за 150. Бесплатные не засчитываются. Ну, конечно. Кто бы сомневался. Ну вот. Получается, 150 самоцветов мне приходится тратить. В итоге я нафармил, еще могу здесь дофармить. То же самое, что и на донатном аккаунте. То есть, ну, дальше я не знаю, я не уверен, что я дофармлю до 50. Просто я дойду до 720 и посмотрю, сколько там уже. Я просто не знаю, напишите в комментах, с какого там по 720 уже идут попытки. Ну, не знаю, 50 за этот, что-то у меня очень большие сомнения. Как ребята пишут, если бы 30 дней, да. Хорошо, хоть здесь выбор есть противника, то есть можно не особо заморачиваться. Ну, в итоге где-то 10 минут у нас в среднем уходит на такой вот аккаунт. Посмотрите, сразу же минуснули всех моих. Все, 540. Забрать все. Ну, в принципе, я вам скажу, как для бездоната, вот такие вот плюхи, это очень-очень неплохо. Ништяки хорошие. Даже те же самые питомцы. Какой мы там левел уже зафармили. Я проспал вчера. Провтыкал. Видите, тоже 6-й левел. 540. Не показывается так. По-моему, с 10-го там, наверное, будет улучшение. Если нет, то, в принципе, плюс-минус должно хватать. Если на 6-м 540, допустим, 506. В общем, не знаю, напишите, ребят, с какого там левела, и уже будем смотреть. Ну, насчет 50-го я все равно не уверен.
Вот так вот. Если с батл, видите, 7200 дифирамбов дает. Тогда да. Тогда не вопрос. А так, очень и очень сомнительно. В общем, пишите комменты, кто докуда доходил. Только не надо писать, там, ребята пишут, я 50 прошел без доната. И там, а я взял с блиц этим батл пропуском. В общем, пишите комменты, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.